Привет, с вами Колян WR Pro. Сейчас будет анбоксинг iPhone 7 на 256 гигабайт. Купил его за 69 тысяч рублей. Давайте посмотрим. Цвет черный у нас. Ой, опа. Офигеть. Так. Давайте iPhone напоследок. Так, здесь у нас что? Здесь у нас наклеечки яблочные. Фигня. Фиговина какая-то. Потом почитаем. Так, самое интересное на потом валится. Так, значит, это у нас наушники AirPods. Какая у нас версия, я не помню. Ну, самая новая, она идет, получается, с iPhone. Тут идут наушники. Так, USB кабель, зарядное устройство у вас на сколько миллиампер? Не пишет, не написано, по-моему. Ну а вот сам черный цвет. Регулярный моего. Черный цвет. Опа. Давайте попробуем его включить. Отпечаточки оставляет, конечно. Мне нужно, конечно, ставить сим-карту, но в данный момент у меня сейчас она стоит в телефоне, через которого посредственно идет запись этого видео. Снимаю я на Galaxy S6, с S6 перехожу на 7 iPhone. Идет загрузка. Нужно его разлочить, но опять же для этого нужно сим-карту. Сделал я, наверное, сим-карту вставлю потом уже, попозже, во второй части видео. Потому что мне ее нужно вытаскивать. Hello, hola. На разных языках пишется привет. Hello, hola. Это у нас hello, не знаю, что за язык. Здравствуйте на русском. О, нажмите кнопку домой. О, мягкая кнопочка. Русский выбираем. Россия. Выбор сети Wi-Fi. Сим-карта не вставлена. Видите, Wi-Fi у нас запаролены и все. Это все жмоты.